Из книги «Открытым оком», третий том, тема «Лапкин книги», вопрос 989. Почему мы не проходим темы, которые вы читали на первом занятии? Темы очень интересные и нужные, например, о переписке, о соседях и прочее. Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Это темы занятий воскресных Потеряевки. Их уже накопилось около 120. У нас здесь проводится изучение священного писания по толкованию святых отцов православной церкви. А эти занятия, если Бог даст, будут изданы отдельными книгами, примерно 5 книг по 752 страницы каждая. И в них по 16 страниц фотографий. Книга будет называться «Открытым оком».